Всем привет! Сейчас у меня на обзоре кулер для смартфона GameSir F9. Портативный вентилятор для телефона быстро охладит ваш смартфон в случае перегрева и нормализует температуру процессора. Работает от источника питания по проводу Type-C, есть в комплекте. Я же подключу по своему проводу, нахожу разъем Type-C и кнопкой включаю. Сразу видим RGB подсветка, она здесь динамическая. Это означает, что кулер включен. Из плюсов, конечно, кулер не будет садить ваш смартфон. Из минусов то, что, допустим, если вы едете где-то в транспорте, то тогда, чтобы подсоединить кулер, вам нужно будет еще с собой носить и пауэрбанк. Площадь охлаждения у кулера составляет около 1600 мм квадратных. Две скорости. Зеленый индикатор – это стандартная скорость, и синий индикатор – это интенсивное охлаждение. Кнопка регулировки находится вот здесь, она же кнопка выключения. Максимальный уровень шума при работе составляет не более 25 дБ. Есть экран, на котором показана температура поверхности кулера. В данном случае это 14 градусов. Основа магнитная. А сам кулер сделан из пластика. Потому если у вас металлический корпус на телефоне, можно легко примагнитить. Если корпус пластиковый, тогда клеим металлический диск с комплекта на смартфон и, соответственно, кулер на этот диск. Также можно одеть съемную клипсу, она идет в комплекте. Сейчас продемонстрирую, как это делается. Прицепили и выглядит вот так. Клипса предназначена для телефонов шириной от 65 до 90 мм. По удобству использования сам кулер весит где-то 65 грамм. Ну, как бы не очень тяжелый. В принципе, особо не ощущается, когда висит на телефоне. Единственное, что шнур немножко, конечно, мешает. Всего, наверное, надо где-то вниз направлять. На этом все. Мой обзор подошел к концу. Надеюсь, он был вам полезен. Пишите свои комментарии. Если захотите приобрести кулер GameSir F9, ссылки, где это можно сделать, я оставлю в описании. А вам, как всегда, желаю крепкого здоровья и удачных покупок. До новых встреч, друзья!